За упавшую на женщину ветку под суд попал директор муниципального учреждения в Бердске. Напомним, летом прошлого года на пересечении улиц Первомайская и Ленина на прохожую упала ветка березы. Бердчанка получила травмы головы. Вред, нанесенный ее здоровью, был оценен как тяжкий. Пострадавшая прошла длительную реабилитацию. Следственным отделом по городу Бердск завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения города. По данным следствия, обвиняемый, в чьи должностные обязанности входило осуществление деятельности по содержанию зеленых насаждений в черте города Бердска, не провел обследование зеленых насаждений, не выявил ветхие деревья, представляющие опасность для жизни и здоровья населения, и не обеспечил их вырубку подчиненными сотрудниками или специализированными организациями. Данные халатные действия повлекли за собой слом и падение в июне 2022 года ветки дерева на проходившую мимо женщину. В результате произошедшего потерпевшая получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью. Кроме того, директор учреждения в июле прошлого года предоставил в администрацию города Бердска заведомо подложный акт обследования улично-дорожной сети на предмет аварийности зеленых насаждений. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.